И оздоровительные процедуры для живого памятника природы в Сочи. Специалисты по уходу за деревьями провели комплекс восстановительных мероприятий гигантскому лириодендрону, который произрастает в поселке Головинка. Многовековое дерево исполин получило повреждения во время ураганного ветра в прошлом году. В связи с обрушением крупной скелетной ветви крона стала асимметричной. И это негативно сказывалось на статике дерева и могло повлечь дальнейшее его разрушение под воздействием неблагоприятных погодных условий. Специалисты установили профессиональную динамическую систему стабилизации кроны «Кобра», а также провели обрезку некоторых веток для снижения ветровой нагрузки на ствол. Добавлю, что весь комплекс мероприятий, позволяющий сохранить уникальный природный раритет, был согласован с Министерством природных ресурсов Краснодарского края.